Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера от японской компании Evergreen модели Shower Blows. Данная приманка, а является она уокером, разработана известным японским рыболовом Маризой Шимидзу и входит в линейку приманок под общим названием Modo. Данный уокер имеет длину 125 мм и весит он 26 грамм. Приманка является плавающей. Уокер имеет достаточно такое вот объемное сигарообразное тело. Как можно видеть, ширина у приманки нарастает к хвостовой части. Бока у воблера округлые. Ну и данный уокер имеет в головной части вот такие вот лопасти. Данные лопасти создают вот такую вот выемку, как бы. И внутри выемки располагается крепежная петля с заводным кольцом. Уокер в воде занимает вот такое вот положение, то есть с креном на хвостовую часть под углом примерно градусов 20. На проводке воблер издает вот такой вот глухой звук. Кстати, вести приманку можно и как поппер, и как уокер. Если делать акцентированные одиночные рывки, то приманка ведет себя как поппер. Ну а если подобрать рывки определенной амплитуды и частоты, то приманка начинает красиво играть, вот так вот рисуя змейку. Воблер оснащен тремя тройниками. Тройники очень качественные, острые, но не крупные. Задний тройник, кроме того, имеет еще и вот такое вот оперение, ну и также присутствует несколько нитей люрикса. Уокер имеет отличные полетные характеристики. Можно его использовать и как точечник, и для облова больших площадей. Приманка выпускается в очень интересных расцветках, более 20 цветов, причем есть как различные натуральные, так и кислотные расцветки. У меня эта приманка представлена в цвете 244. Данный уокер разрабатывался японцами для ловли баса, но в наших условиях эта приманка в первую очередь отлично подойдет для ловли щуки. Приманка очень интересная, уловистая. Советую всем любителям топ-вотеров обратить внимание на данный уокер. Приобрести его можно на fmagazine.ru, ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!